Здравствуйте, вы на канале Инфок, и сегодня мы посмотрим подборку новых дорам, в которых главную роль сыграет актриса Бай Лу. Вся информация о дорамах есть в описании под видео. Первая дорама называется «На север» в дораме 40 эпизодов в жанре драма. Главную мужскую роль сыграет актер Оу Хао, а главную женскую роль сыграет актриса Бай Лу. В дораме нам покажут историю Великого канала, который является главной водной артерией провинции Цзянцу. Именно здесь, вдоль канала, тянется живописная цветочная улица, на которой живут шестеро подростков, которые являются главными героями этой истории. Им предстоит на собственном опыте понять и осмыслить значение Великого канала для города и для каждого из них в отдельности. Но однажды именно река даст им силы для взросления и реализации. Первая серия к данной дораме запланирована на 2024 год. Вторая дорама называется «В погоне за луной» в дораме 36 эпизодов в жанре фэнтези-романтика-сэнся-мелодрама. Главную мужскую роль сыграет актер Ао Жуйпен, а главную женскую роль сыграет актриса Бай Лу. В дораме нам покажут историю девушки, которую однажды спас демон. После спасения девушка заинтересовалась богами и демонами и решает стать бессмертной для того, чтобы вернуть спасителю долг жизни. И вскоре после этого она встречает демона, и вместе они отправляются в фантастическое путешествие. Первая серия к данной дораме запланирована на 2024 год. Третья дорама называется «Линдзя Сянь» в дораме 40 эпизодов в жанре романтика уся фэнтези. Главные мужские роли сыграют актеры Чэн Синь Хай и Цзэн Шунь Си, а главные женские роли сыграют актрисы Бай Лу и Хэ Жуй Сянь. На данный момент это вся информация, которая есть об этой дораме, потому как буквально пару месяцев назад только стало известно об этой дораме. Четвертая дорама называется «Путешествие на запад. Страна дочерей» в дораме 36 эпизодов в жанре экшен-приключения фэнтези. Главные мужские роли сыграют актеры Хоу Мин Хао и Ао Цюань, а главную женскую роль сыграет актриса Бай Лу. В дораме нам покажут историю молодого парня, который случайно наткнулся на королевство, которое спрятано в горах, но особенность этого королевства была в том, что в нем проживают одни только женщины. В результате чего парень вынужден жениться на одной из женщин этого королевства. Точной даты выхода дорамы пока еще нет. Но известно, что в сентябре 2017 года завершили съемки и на целых 6 лет дораму заморозили. Но в октябре 2023 года в сети начали массово появляться фото и видео со съемок данной дорамы. Это может означать, что в ближайшее время дораму выпустят в эфир. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. И до встречи в следующем ролике. Всем пока.